Более 1,5 миллиардов рублей было выделено из областного бюджета на выплаты пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Напомню, в течение 3 месяцев они получали финансовую помощь по 2000 рублей на человека. Такие меры были приняты, чтобы поддержать пожилых тюменцев во время режима самоизоляции. Мы продлили режим самоизоляции для наших старшего поколения до 16 августа. Ближе к этой дате, исходя из анализа ситуации, мы будем принимать решение о продлении, либо не о продлении этого режима и, соответственно, о возможности выплат, дополнительных выплат. Добавлю, по статистике, 30% заболевших коронавирусом люди преклонного возраста. Некоторые пенсионеры нарушают режим самоизоляции.